Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Спецназ против зомби». Она чем-то похожа растение против зомби, но здесь немножечко все по-другому. В общем, сейчас мы будем смотреть и разбираться. Я в нее немножко поиграл, так что мне как бы сейчас не составит труда вам немножко ее показать. Ну что ж, начинаем с первого уровня с вами. Вот наша карта. Ага. Вот выбегает минер, который показывает, что мы можем занимать всего две клеточки. Хорошо. Нет, не надо мне объяснять, я это уже проходил. Так что давайте приступим непосредственно уже к самой игре. Нам достается только лишь пока стрелок. Стоит он 50 гаек, поэтому приступим. Тут можно ускориться, ребята. Так, давайте-ка вот так сделаем, пускай они оба здесь стоят. Что нам здесь? Ага, здесь мы можем за звездочки покупать себе ресурсы. Ну, на данном этапе игры, естественно, ничего не надо. Да, ребята, здесь нужно перезаряжать нашим юнитам обойму. И все это делается вручную. Ну что же, первая миссия пройдена. И давайте переходить на следующий уровень. И нам достается новый спецназовец. Позволяет отбиваться от прущих напролом зомби на ближней дистанции. Спецназовец называется «Дубинка». Первого уровня, вот так он, ребята, ведет себя в бое. Открыть ящик, естественно, здесь мы будем получать всякие плюшки, улучшения для своих спецназовцев, деньги, ну и тому подобное. В данный момент ничего хорошего нету, не выпало нам. Ладно, не будем здесь заострять внимание, давайте-ка лучше с вами дальше будем играть. Второй уровень, поехали. Давайте возьмем себе полицейского с дубинкой. Он нам пригодится. Он у нас будет как танк держать оборону на передовой. Так, улучшить я не могу. Не могу, ребята. Ничего пока недоступно. Экипировать снаряжение я тоже пока дополнительно не могу, потому что его и нет у нас. Мы еще ничего с вами не подобрали. Ладно, поехали. И будем сейчас с вами смотреть, как это все выглядит. Так, опять же нам показывают карту. Опять выбегает минер, и уже у нас даются три ячейки для выставления своих солдат. Ну что же, в первую очередь выставляем с дубинкой на прикрытие пистолетчика. Потом там, ребята, будет у нас и автоматчик, и снайпер. Очень и очень разнообразная игра такая, очень много юнитов, всяких плюшек. Все это вы увидите, естественно, если она вам понравилась и вы захотите продолжение. А сейчас пока мы сделаем такой небольшой обзорчик на нее. Полицейскому по башке дубинкой не нравится. Да, вот эти вот, ребята, гайки поднимаем. Это будут наши ресурсы. Перезаряжаем. Ну что, опять же победа очередная. Ну, первые миссии, ребята, короткие. И мы получаем с вами новый уровень. Максимальный уровень, ограда и ресурсы по умолчанию уже 200. Ну что же, пока мы хорошо идем. И у нас новый зомби. Быстрый мертвяк, который атакует дважды, но слаб в ближнем бою. Зомби-красавчик. Хорошо. Кстати, вредные они, ребята, вредные. Тут также будут толпы бежать. Все, короче, увидим. О, пистолет. Пистолет, по-моему, можно проапать. 2 из 2. Угу. Давайте-ка мы с вами посмотрим. Вот, форма. Улучшение. Ну, давай сделаем. 500 монет стоит. Давайте мы это сделаем, ребята, с вами. Отлично. Все, замечательно. У нас пистолетчик улучшен. Так, ну что, пока нам ничего новенького не дали. И я думаю, что можно дальше продолжать. У нас третья с вами миссия. Ну, давайте, зомбари, валите. Так, дожидаемся, ребят, дожидаемся дубинку. Выставляем ее на передовой. Также тут можно, видите, увеличить скорость игры. Вот она. Чтобы они быстрее бежали и мы могли быстрее проходить. Все, пока хорошо. Ребят, собираем вот эти ящики обязательно. В них всякие бонусы, плюшки могут быть. Вот, предупреждение, ребята. Волна побежит сейчас. Массовая волна. Сейчас их будет здесь очень много. Ну, относительно для этого уровня их очень много. Поверьте, дальше будет еще жестче, еще сложнее. Воу-воу-воу-воу, елки-палки, у меня спецназовец-то с дубинкой покоцанный. Но я думаю, что это последние ребята. Так что все-таки мы прошли. И довольно неплохо.
Рейтинг у нас 100% выживание. Получаем плюшки, значки и новый спецназовец у нас. Оружие для боя на средней дистанции. 3 выстрела подряд быстро успокоит кучу настоящих мертвяков. Вот вы видите, как он действует. Штурмовая винтовка. Так, давайте открывать ящик. Ага, монеты дали. И пистолет, опять же. Хорошо. Ну что же, тогда нам нужно взять с собой автоматчика вот этого вот. Да, улучшить я ничего не могу. Жаль, конечно, а хотелось бы. Ну, вы видите прекрасно, что можно им потом заменять оружие. Его, естественно, улучшать. Также у нас будут всякие снаряжения. Так, что у нас тут? Ага. Достижения, ребят, с вами получаем. Чтобы перейти на третий уровень, мне нужно собрать вот этих 10 значков. У меня пока 8. 9 уже. То есть еще один значок, и мы с вами получаем третий уровень. Что довольно-таки немаловажно для нас. Ну что ж, давайте, наверное, тогда приступим. Поехали. Да-да-да, я готов. Ну. Так, у нас идут пока обычные зомбари. Это хорошо, давайте вызывать своего с дубинкой полицейского. Отлично, пистолетчик будет на прикрытии. О-о-о-о, подожди, подожди. Ну, давай, наверное, вот так. О, я же хотел перезарядить, блин. Да, ребят, это была автозамена. То есть я могу в любой момент убрать кого-нибудь и поставить другого юнита. Вот так мы сделаем. Да, 2 пистолетчика и штурмовик. Ну, давайте, давайте, идите сюда быстрее. Воу, волна, волна, ребята, сейчас будет жарко. С каждой миссией волны все жестче и жестче, поэтому будем... Ох, сколько вас, вот эти красавчики, блин. Я бы не сказал, что они очень ватные. Они довольно прилично бьют, кусаются. Больно все. Особенно, когда их очень много. Так, отбиваемся, отбиваемся. Ребят, также не забываем перезаряжать обоймы у наших спецназовцев. Потому что иначе они не будут стрелять, и толку от них будет ноль. Все, по-моему, прошли. Да, ребята, прошли мы с вами городок 4. Замечательно. И получаем новый уровень. Как видите, нам добавили новые плюшки. Рейтинг выживания 100%. Так, 3 ящика. Так, монетки, пистолет и магазин. Да, ребята, вот это можно уже экипировать. Я, честно говоря, не совсем помню, что дает, но, по-моему, дополнительные патроны вроде бы. Да не хочу я ничего покупать с вашей скидкой. Отвали от меня, пожалуйста. Да, заманчиво, конечно, за 13 звезд почти 3000 монет, но не хочу. А вот это вот надо открыть, ребята. Это пригодится. Это мы открываем дополнительный слот для своих юнитов. Так, что мы тут можем? Давайте-ка вот пистолетчику, наверное, мы поставим с вами обойму. Да, вместимость магазина 10%. Конечно, не очень много, но, поверьте мне, пригодится. Это причем будет у всех пистолетчиков абсолютно. Так, ну что, вроде бы и все. Так, давайте посмотрим, ребят, здесь также есть ночной режим, но я вам скажу сразу, там такая жесть. Если, предположим, я городок дневной прошел полностью, да, вот этот первый этап, то в ночном я, по-моему, остановился на третьем. Там уж больно жестко все, там надо так прокачивать своих юнитов, причем апгрейдить их. Ну, естественно, там у тебя начинаются уже проблемы с деньгами, со значками, со звездочками. Ну, в общем, все для того, что мы можем улучшить. Так, хотелось бы мне, конечно, выставить сейчас нашего автоматчика. Но для этого вам нужно накопить 225 вот этих вот гаек. У нас все хватает, выставляем. Вот он, ребята, выбежал и начинает стрелять. Кстати, ребята, эта игра у нас второй сезон. Видимо, был когда-то первый, но я в него не играл. Начал сразу со второго. И мне, честно говоря, понравилась она. Да, не спорю, сложная, но есть что-то не такое прикольное. Воу, волна, ё-моё, главное выстоять, ребята, главное тут продержаться. Черт подери. Воу-воу-воу, давай-давай-давай-давай, автоматчик, ёлки-палки, ну что ты там так долго строчишь? Фу, пока вроде бы неплохо справляемся, ребят, но единственное, что моего штурмовика почти-почти закоцали. Нет, все-таки мы выстояли. Отлично. 5-й городок мы с вами прошли. Можно также монетки смотреть за просмотр видео. Так, зомби рабочий. Много здоровья, используйте щиты. Да, потом будет нам доступен щитовик.
который будет... Оу! Экзоскелет. Ребят, ну, похоже больше на обычную броню, а не экзоскелет. И опять же у нас здесь плюшки. Так, нужно уже 15 значков, чтобы мы с вами получили 4 уровень. Довольно неплохо. Блин, что же мне не дают нового юнита? Я хочу уже себе чувачка-шокера, который будет... Вот. Вот, ребята, о чем я вам говорил. Видите, теперь уже у нас открылось 2 полосы по 3 ячейки. Теперь нужно думать, куда ставить. Ага, наверх, потому что начинается сверху зомбари. Давайте тогда прикроем, наверное. Так, черт, внизу идет. Хрен с ним, пускай вот так вот будет. Вот. Ну что, пока вроде бы неплохо. Мы эту волну должны отстоять. Да, вот теперь уже 100%. Единственное, мне неудобно, ребята, на эмуляторе переключаться. Ой, не переключаться, а перезаряжать своим юнитом обоймы. Постоянно надо смотреть за этим. И плюс собирать вот эти вот гайки. Так, надо уменьшить скорость. Что-то мне так не нравится совсем. Уж больно быстро. Воу, и сейчас, ребята, побежит волна. Вот она, блин, целая куча зомби. Оу, еще зомби-строитель, который усиленный. Мы пока с него эту каску не собьем. Вот, теперь он становится обычным. И теперь его только надо расколбасить. Ёлки-палки, давай-давай, держитесь, мои ребята, держитесь. Видите, надо и переключать, и собирать те же самые вот эти вот гайки. Это очень сложно. На мобиле, когда играешь, там фигли. Все одним пальчиком тыкаешь и нормуль. А здесь, понимаете, надо все время следить и контролировать за этим. Отлично, 6-й городок у нас пройден. Лучший счет. Получили с вами опять же ящик. Плюс кубки. Все хорошо. Новый спецназовец замедляет зомби, но они все равно могут атаковать. Да, ребята, вот это и есть шокер. Очень хороший юнит. Но я думаю, что мы его уже посмотрим с вами в следующей серии. Ну, а на этом я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайкаем. Пишем в комментариях, если хотите посмотреть продолжение этой игры. Ну, а на этом все. Всем пока и до новых видосиков, ребята. Удачи вам.